Так, ребят, видео как раз таки пишу специально для тех, кому нужны индикаторы вот, по FIBA, которых нет в МТ4. Сейчас я загружу. Очень много счетов, очень много счетов. Прямые трансляции я на канале также провожу. Но не все видео я потом в открытом доступе оставляю. Вот. Потом я трансляции закрываю. Вот сейчас у нас было занятие с четвертой группой. Вот. Прямые трансляции я провожу практически каждый день. Там бывает час запись, бывает 8 часов. Но потом я записи некоторые закрываю. Ну, кому интересно, по скальпингу могу накидать видео. Так. Сейчас я открою счет, один из счетов. Так. Так, вот счет. Как вообще терминал рабочий у меня располагается? Так. Ну, вот здесь я, как правило, черный все это, черным цветом делаю. Кому-то удобно так, кому-то не так удобно. Вот рамочки можно все убирать, но это не в этом видео. Сейчас речь пойдет об инструменте очень интересном. То есть мы в работе с ребятами используем скрипты, которые я создаю для золота, для нефти. Полуавтоматы такие, да? Потому что счетов много и торговать нужно быстро. S&P 500, общие здесь как бы доступны те, которые необходимы для работы, закрытие ордеров, прибыльные позиции и так далее. Но сейчас речь идет о индикаторах FIBA. Вот есть группа индикаторов. Так, в эту группу нужно ввести. Так, сейчас, секунду. Отдельный график. А подождите, я на другом счете сегодня делал с ребятами, занимались. Вот счет один с просадкой. Я, кстати, в пятницу неплохо там разрулил. Вот один трейдер. Ну, многие трейдеры попадают в такие замки по неопытности. Открывают здесь покупки на внизу продажи. Что сейчас делаем? Как работать? То есть я вот, если бы не было скриптов в ручном режиме, очень сложно это все выставлять. Так, профиты, стоп-лоссы. Вот история текущих торгов за 2 дня, которые я тут помог трейдеру. Сократил лотность 0.2. Лотность — это очень важно, когда мы торгуем, и у нас идет отрицательный своп, нужно лотность сокращать. За счет того, что спецификация инструмента по Audi, мы смотрим, здесь у нас спецификация, длинные позиции минус 5, короткие плюс 3, плюс 0,3. По итогу 4 доллара, 4,7 доллара за один лот. У него было почти 7 лотов. Ну, в общем, за месяц мы считали 800 долларов за перенос позиции, за содержание данного минуса в рынке. То есть баланс позволяет, но просадка 20%. Что можно сделать? Закрыть полностью. Вот, он не хочет закрывать, хочет разруливать. Ну, хочет так хочет. Вот. Вот по поводу индикатора FIBA. Вот, я могу вот такой индикатор скинуть. Индикатор. Здесь шаблоны. Диапазон месяца, полный ход месяца. И шаблон получается. Этот у нас заточен под месяц. Есть загрузка. Кто как торгует. Кто дневным диапазоном торгует. Переходим на H1. Вот в разрезе диапазон дня. То есть уровни сразу показаны, от каких можно продавать там и так далее. То есть смена тренда. То есть запас хода на день диапазон.
Вот. И дополнительно еще будут FIBA. Вот. Неделю сейчас поставлю. Другие младшие периоды это вот отдельно. Это для скальпинга, чем я занимаюсь со своей командой. В открытом чате. Нету закрытых чатов. Есть закрытые группы только для учащихся. А чат такой просто чат недавно начали создавать. Только занимаемся развитием чата. Вот. Диапазон хода недели. Вот у нас неделя. Как бы отработана, цена чуть вышла за пределы недели. То есть наш FIBA что нам показывает? Он нам показывает выгодные точки, от которых мы можем попытаться еще проторговать. Если мы проходим как бы зону 50%, закрепление есть, то можно попробовать расторговать во флэт, то есть импульс может давать более глубокую коррекцию до 70%. То есть вот этот кусочек можно сделать плюс, но это с младшего периода. Если тренд у нас выходит за пределы, значит у нас импульс такой, FIBA будет переворачиваться у нас автоматически, и нам точки рисовать на покупку уже в ту сторону. Вот. Есть другой индикатор. Сейчас я его тоже. Нужно просто его было сюда добавить. Но я не добавил. Сейчас я его в файле. Так. Конт индекс. Так. XFIBA. Индикатор. Так, FIBO. Вот такой FIBO есть. Обновить. Сейчас появится еще один дополнительный индикатор. Должен появиться. Вот, здесь у нас экстра FIBO. Что он дает? Наносим его на график. Он нам дает возможность, то есть параметр 100. Не нужно там больше этого 1138, этого делать не надо, нажимать. Он работает через единичку. Что он нам дает? То есть мы хотим внутри импульса какое-то движение. На единичку нажали, появился такой крестик. Нажимаем левой кнопкой на уровень и тянем вниз, допустим, вот на это движение. Появляется такая таблица с зонами, да? Ну, как бы этот FIBA предыдущий можно отключить или на параллельном другом графике это все это делать. То есть он показывает на максимальную коррекцию. Вот если свыше, то цена как бы уже ну, за 61 получается. Максимально там уже получается как ну, разворот у нас был. И он нам определяет, можно строить зоны дополнительные. Нажимаем на галочку. Раз нажали, два нажали. У нас эти зоны остаются на графике. Вот. У нас эти зоны остались, видно, да? То есть можно определять цели. По этим целям, как работать? То есть отработки. Давайте возьмем другой пример. Вот, допустим, вот этот кусочек. Ну, вот это движение импульсное. Как нам можно было определить, где там фиксировать эти все уровни. То есть можно этим индикатором дополнительно моделировать наши точки. Вот. Сейчас я покажу как. То есть вот у нас первый импульс есть, но предварительно нужно цель, допустим, отметить. Вот максимально у нас получается коррекция. Берем значение от этого импульса, пока цена его не обновила. Вот мы берем пока и точку эту. Можно моделировать дополнительно, построить зоны от этого уровня. То есть, если бы цена бы в коррекцию входила, то есть от этого уровня мы также можем определить цену. То есть от этого движения у нас получается цель вот здесь. Дальше еще цель есть чуть выше. Вот там 361 уровень, но он тут не обозначен. То есть какие важные уровни? 161 и вот этот диапазон. Мы на графике должны сразу отметить для себя два уровня. Должны для себя отметить два уровня. Вот этот уровень.
Рынок сейчас закрыт. 161 мы отмечаем. Ладно, не буду как бы все рассказывать, потому что если это видео уйдет за пределы куда-то, да, это как бы техника, стратегия. Не буду больше как бы на видео говорить. Только скажу, что оно дает возможность построению вот таких точек. Вот. Первая фиксация в этой точке, вторая фиксация в этой точке. Но мы фиксировать должны не на прям на уровне, не прям на уровне, а чуть раньше. То есть вот у нас даже вот этот фитилечек, там, да, была фиксация. Но желательно не доходя фиксируем. Здесь импульсно зашли до уровня, фиксация первая, здесь вторая. Вот такой инструмент. Вот. Дополнительно есть по волатильности индикатор, по перекупленности, зоны перекупленности, перепроданности. Как это использовать, для каких таймфреймов, я потом, если будет интересно, могу рассказать более подробно. Давайте посмотрим. Шаблон я поставлю. Загрузить. D1. D1. То есть нам показывает запас хода и FIBA. Да, кстати, шаблон, если нужно будет, я могу потом скинуть шаблон. D1. Неделя. Неделя. Месяц. Ну, кто скальпингом занимается, я сейчас создаю более младший период, чуть ли не до M1 буду делать. Сейчас у меня до M15 расписано. Вот H4, то есть берется последние 4 часа модель вот в разрезе, 4 часа. А это полный ход свечи H4. А если мы на H4 включим, вот, запас хода или в эту точку, или в эту точку. По данному инструменту. Если мы переходим на младший период, у нас будут 4 свечки. 4 свечки, то есть, которые сформировали, то есть у нас боковичок. А когда у нас выход, то мы увидим, что цена вышла за пределы волатильности, значит импульс пошел. Переходим на более младший, на H1 и так далее. И там на каждом же шаблоне у нас получается. Вот, допустим, 4 свечи в H1 в разрезе, 4 свечки. Вот запас хода по... То запас хода у нас другой индикатор идет. Вот это как бы отдельно. К данному видео я просто... Видео это по FIBA создал. Вот. Для тех, кто хотел бы инструменты иметь, просто мне напишите. Я скину данный файл с данными инструментами. Так, это у нас H1, следующий шаблон M15, можно уже M5 включать, вот, M30, вот волатильность свечи M30, то есть на свече M5 мы смотрим, как цена себя ведет. M15, ну здесь можно только уже на минутку переходим. Также можно, сейчас еще могу создать M1, M1 и M5. Вот как формируется свеча M15. То есть в минутном графике мы смотрим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну тут 5 минут до закрытия не хватает. 5 свечек, да, то есть тут. Ну, по рынку как немножко другая ситуация. Дальше я буду добавлю. Ну, в реал-тайме, когда я реал-таймы делаю, транслирую на YouTube, в работе у меня просто вы видите запас хода свечи по M5, по M15. Здесь у меня рабочий шаблон. На рабочем шаблоне я как бы основной торгую. Здесь у меня получается H1. Здесь я формирую те шаблоны, которые меня интересуют. Допустим, сейчас я выключу, чтобы края были видны. Здесь, допустим, у меня
на месяц, шаблон месяца. То есть я смотрю в разрезе свечи месяца, где какая коррекция. Вот, то есть открытие от этого уровня. Вот наш полный ход. Вот. И вот минимум, расчет идет отсюда, да, минимум текущий, максимум, и вот у нас идет коррекция. Максимальная, что мы сейчас зону 50% прошли, мы можем пойти уже вверх. Но здесь момент такой, что по другим признакам у нас было закрепление два раза ниже определенного уровня. Вот у меня стоп-лосс, цель у нас вот 61,8 уровень. Здесь у меня блокирующие объемы стоят. Я сейчас на накопление буду работать, то есть сохранять выгодные позиции. Если цена развернется здесь, от buy я избавлюсь, останутся среднесрочные 2 sell объема. Также, если нужно, индикаторы, которые показывают запас хода, вернее, ваши объемы личные, не рыночные value, а ваш личный объем. Вот этот индикатор, если кому нужно, я также скину. Он показывает, какое количество ордеров, средняя цена, какое количество объема вам не хватает для замка. Ну и здесь профит или минус. Здесь у вас показывается объем. Вот так будет более понятно. Ну, я думаю, данное видео будет достаточно. Сейчас я его загружаю, и кому интересно, сейчас буду скидывать. Всем пока, успехов! Под видео, кстати, я оставлю ссылочку на свою группу, она открытая, без всяких там входов или каких-то оплат за ежемесячно, там такого нет, открытая группа. Есть канал Telegram. Вот, ну там никто не пишет, только я могу скидывать информацию. Ну, я скину ссылку просто на свой чат. Сейчас я его покажу, продемонстрирую, как он выглядит. Здесь немного людей, здесь 57 человек. Здесь я транслирую, в основном только я выкладываю свои точки входа там и так далее. Уровни, ну давайте пролистаю быстренько. Вот. Чтоб за прошлый день там, да, за прошлый день у нас получилось, мы понесли убыток по двум сеткам. Вот. Также там у нас, когда открытие с гэпом и так далее, все это я прописываю. Это вот работа все за пятницу была. То есть я на пробой, на откат собирал позиции. Buy limit, это с утра, когда у нас цена импульс наверх пошла, я поставил buy лимиты. Buy лимиты потом вышли по стопам. Вот. Здесь я демонстрировал входы сетками ордеров, сетки sell, sell стопы и sell лимиты. Те, которые уже отработали, и на этот плюс мы уже закрыли, сократили лотность. Есть также полуавтомат под эту тему там, да, но это все отдельно потом. Так, здесь buy стопы, sell стопы. Это на другом счете. Здесь в основном я показываю торговлю по нефти. Вот предыдущий день, это было у нас четверг, был прибыльный день, 593 фунта мы заработали. Как на повышении, так и на понижении. Как были стопы, так и были тейк-профиты. Вот. В данном примере здесь вот я демонстрирую, ну, разные бренды по нефти есть. Бренд нефть, VTI. Вот. Ну, периоды, как формируется, то есть я по линейному графику в основном использую в работе, очень не глазу более приятно и не путаешься со свечками. Ну, много получается я за день делаю скринчиков. Так, сейчас быстренько пробегусь. Ну, я там также оставляю и текстовый формат, и запись со звуком я делаю. Когда много чатов и нужно все это
Также реал-таймы, прямые трансляции, когда я начинаю, я ссылочку скидываю, ребята подключаются, кто-то вопросы прям в чате, в Телеграме задает, потому что, ну, проще мне в чат, то есть в чате Телеграме можно и голосом вопрос задать, если неудобно текстом писать. Не каждый на YouTube-канале может там с телефона ему там что-то писать, а зашел в Телеграм и голосом вопрос задал. Вот. Допустим, вот скринчики. Ребята там просят прокомментировать по входам, по выходам. Вот так. Сейчас еще что хотел. Есть так, хотел бы перемотать, посмотреть, где у нас отработки по золоту. По золоту. Вот здесь под FIBA, вернее под навигатором, 11 ордеров за один день. Это было 10, по-моему, сентября. То есть мы забрали движение 11 ордеров по 120 пунктов. 1300 пунктов мы забрали движение за один день. За один день 1300 пунктов. Ни одного стопа там не было. Но один из таких хороших дней получился. Вот, сейчас быстренько перемотаю. Так. Это в данном примере S&P 500. За два дня мы сделали 740 пунктов, при этом убыток составил 120 всего лишь. Ну, чистыми 530 получилось. Где-то так. Так. Хотел бы золото найти. Так. Что-то не могу. Вот, ну, а вот этот день золота. Вот этот день. Получаю, я его выделю так. Ну, тут не подписано, где что, но вот это все движение. Вот это все движение мы забрали. Выход максимально получается вот здесь. Точка. А вот выходы, вот получается, всех позиций вот здесь. И потом откат, и уже был перезаход. Перезаход, отработка. Потом здесь набор, здесь часть селлов вышли по стопу. И потом серия buy. И тут мы фиксация buy ордеров. То есть прошлись в две стороны. Неплохой пример. Это было 5-6 сентября. Можете на графике по золоту посмотреть. Ну, вот здесь тоже и убыточные дни тоже есть. 120 это менее 1%. Вот, так что все проценты мы рассчитываем. Это ребята попросили экран скинуть этот рабочий монитор. Тут я, там мне перевели за работу оплату 1100 долларов. Я веером разложил. Вот. Немножко похвастался. Вот неплохой момент. Это какой инструмент? Да, золото. Вот, кстати, этот. Нет, ну не этот, но другой момент. А, этот момент. Да, вот 629 по золоту. Объем небольшой, смотрите, всего лишь 0,03. Доходность. Но это всего 629. По золоту там 11 ордеров на 300. Вот. Ну вот смотрите, как у нас все это было. То есть одна позиция, вторая позиция. А это тут без убыток. Здесь без убыток. Вот эта позиция. Она зафиксировалась самая первая. И тут пошел ряд доборов позиций по технике пробоя и откат. Вот. Тут также PM1, PM5 были доливки. Ну, в общем, все отработали 11 позиций, все отработало. Есть где-то там без убытки. Вот. Вот такой пример. Ну, по FIBA, который я использую, вот, я в основном использую FIBA для отката. FIBA для отката. А для начинающих
чтобы было понимание. Это вот, допустим, импульс у меня есть. Я FIBA на максимум, на минимум ставлю и определяю зону максимальной коррекции. Я уровень 23, 38, 50, 60, 50 пропускаю. Вот тут получается уровень 61,8 и 76. Вот это зона максимальной коррекции. То есть цена идет вниз. То есть самые выгодные цены где? Вот здесь. Стоп-лосс за последний импульс. Мы рискуем вот столько. Потенциал движения минимум, это минимум, это первая цель, это обновление. Ну и, соответственно, там другие какие-то цели. 1 к 3, 1 к 5. Вот здесь где-то 1 к 2,5. Ну и дальше там 1 к 4 и так далее. Ладно, видео прям уже затянуло, уже чуть ли не занятие. Все. Всем пока, пишите, задавайте вопросы.